Отличные результаты. Осталась одна миссия, и вы получите свою обновленную оружейную лицензию. Еще одна миссия, и вы получите лицензию на оружие. Продолжайте в том же духе. Вы молодец. Всего лишь одна миссия отделяет вас от новой лицензии на оружие. Вы отлично справляетесь. Завершите последнюю миссию и получите обновленную оружейную лицензию. До вашей лицензии на оружие рукой подать, но пока рано радоваться. Нужно добить последнюю миссию. Поздравляю! Лицензия на плазменный карабин получена, и он добавлен в ваш арсенал. Пользуйтесь с осторожностью и смотрите, не обожгитесь. Отлично! Лицензия на умное ружье ЛОК-1 теперь ваша. Наше самое продвинутое оружие на данный момент, что может думать за вас. Всегда пожалуйста. Великолепно! У нас есть довольно взрывной сюрприз для вас. Мы называем это «Ураган». Система запуска управляемых мини-ракет, что позволит вам делать много бумов с хирургической точностью. Поздравляем! Вы получили лицензию на использование кислотного слиземета. Запашок от него довольно резкий, но поверьте, он наносит ужасающий урон, что еще и долго держится, так что можно и потерпеть. Главное, следите за тем, чтобы содержимое бака не попало вам на кожу. Предупрежден, значит, вооружен. Прекрасная работа! Вы открыли лицензию на плазменный резак, очередной инструмент для добычи полезных ископаемых, что превратился в смертоносное оружие. Работа на этой планете сплошь и рядом несет инновации. Поздравляю! Лицензия на оружие обновлена. Поздоровайтесь с экспериментальным плазмозарядником. Парни из отдела разработок крайне воодушевлены своим изобретением, но на вашем месте я бы поостерегся этим пользоваться. Мои поздравления! Вы получили лицензию на использование переносной криопушки, или, как ваши старшие братья ее называют, морозилка. С ее помощью можно заморозить все, что подвернулось под струю, а также с легкостью охлаждать напитки. Ну, по крайней мере, есть такие слухи. Великолепно! Рад вас проинформировать о том, что теперь вы можете использовать пистолеты-пулеметы Жуков Нюк-17. Не особо замысловатые, но, пожалуй, нынче замысловатость слишком уж переоценена. Оружейная лицензия обновлена. Электризирующий пистолет-пулемет, также известный как «Крепыш», теперь может быть куплен в терминале экипировки. Мне говорили, что шокирующе хорош. Ох. Отлично, вы обновили оружейную лицензию. И, кстати, хороший выбор. Если вам нравится меткая стрельба, то я более чем уверен, что вам понравится новенькая классическая М1000. Прекрасная работа! Рад вас уведомить о том, что теперь вы можете использовать БРТ-7, пистолет серийного огня. Поосторожнее с этой штукой, она так же непредсказуема, как и смертоносна. Поздравляю! Руководство позволило вам пользоваться тяжелой автопушкой под названием «Грозовая туча». Пользуйтесь с осторожностью, отдача от этой штуки сильная, так что крепко стойте на ногах. Поздравляю! Мы думаем, вы готовы к использованию СВЧ-излучателя Каллет. Однако имейте в виду, что использование оружия в любых условиях, кроме боевых, идет против установленных компанией правил. Давайте не будем повторять инцидент с прожаркой стейков с помощью огнемета, хорошо? Поздравляю! Вы получили лицензию на использование болтомета Нишанка. Это смертоносный арбалет, что может пробивать даже самую тяжелейшую броню. Я думаю, он вам к лицу. Счастливой охоты! Отличная работа! Рад вас уведомить, что теперь вы можете пользоваться дифракционным расщепителем, экспериментальным дальнобойным энергетическим оружием, что очень вам пригодится во время пещерных вылазок. Отдел разработок попросил напомнить вам не смотреть на луч во время ведения огня, однако я не представляю, как вы умудритесь стрелять с закрытыми глазами, но будем считать, что я вас уведомил. Поздравляю! Вы получили лицензию на использование гаусс-пушки «Армскор». Обращайтесь с этой пушкой поосторожнее, нам не нужны лишние дырки в корпусе станции.